А ночью во Львове горел Сбербанк. Пожар в этом отделении случается не впервые, но в этот раз пламя практически полностью уничтожило помещение. Почему возник огонь, узнавала Галина Якушка. 2:30 ночи на проспекте Вячеслава Черновила горит помещение Сбербанка. На место выезжают сразу 4 пожарные машины. Огонь удается потушить через полчаса. Вогнем знищено оргтехніку та перекриття на площі 25 метрів квадратних. Це практично все приміщення відділення даного банку. Пожарних визвав Михаїл. Он живе в домі по сусідству. Його квартиру заполонив гідкий дим. В хаті вже тріск, трещало шкло, напевно, горіло вже. То я вибіг на балкон і сразу страшно думав, що наш будинок горить. Від вогню шкло плавилося, билося. Сбербанк занимает помещение на первом этаже бизнес-центра. Другие офисы не пострадали. Сегодня на входе в сгоревшее отделение охрана. Внутрь никого не пускают. Нынешнее ЧП в отделении по улице Черновила не первое. Больше года назад неизвестные бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью. После инцидента филиал продолжил работу. Примерно в то же время сгорело отделение возле Стрийского рынка. Его закрыли. В обоих случаях, говорят правоохранители, это был поджог. Джерело займання було занесено зовні. Також встановлено, що внаслідок пожежі повністю пошкоджено майно банку. Сума збитків встановлюється. Наразі вже призначено ряд експертиз. За последние 2 года отделения Сбербанка громили по всей Украине. Филиалы в Одессе, Киеве, Полтаве, Кременчуге обливали краской, заклеивали плакатами и забрасывали камнями. Галина Якушка, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов.